Мексика – одна из самых древних цивилизаций. На протяжении 3000 лет здесь существовали несколько самых высокоразвитых индейских культур. Сегодня здесь проживает почти 110 миллионов человек. Живут по-разному. Есть очень бедные, есть очень богатые, но все они необычайно теплые и сердечные люди. В январе 2007 года из далекого Израиля в Мексику был приглашен ученый-каббалист доктор Михаил Лайтман. Его пригласило самое большое в мире издательство по выпуску книг на испанском языке – «Планета». «Планета» выпускает свет лучшие произведения мировой литературы. Новая книга доктора Лайтмана «Твоя цель в жизни» завоевывает все большую и большую популярность. Встреча начинается с краткой презентации. Эта книга раскрывает нам, в чем цель нашего существования здесь, на этой земле. Вернее сказать, наука Каббала объясняет, как правильно организовать жизнь на Земле. Какое самое существенное изменение происходит в человеке, начинающем заниматься Каббалой? Он начинает ощущать, что в мире все связано одно с другим. Как каждая клетка связана со всем телом и действует в интересах всего организма. Он начинает чувствовать, что все мы связаны вместе, и именно таким образом мы и должны организовывать человеческое общество. Это было только начало, старт длинного и захватывающего марафона, который продолжался практически без перерыва. Я был ученым и занимался биокибернетикой, изучал поведение человеческого организма, как он действует, как управляется. И в результате у меня возникли вопросы. А для чего существует все это тело? В какой форме оно должно существовать? В какой гармонии находиться с природой, чтобы чувствовать себя хорошо? Нами движет природа, но есть такая часть, которой она не управляет, и в ней мы должны добавить от себя свое правильное поведение. Именно этому мы и должны научиться. Для того, чтобы начать заниматься каббалой, человек не обязан быть ни религиозным, ни евреем. Главное, задает ли он себе этот вопрос: в чем смысл моей жизни? Трудна ли каббала для понимания, или речь идет лишь об изменении восприятия? Человек понимает эти вещи не через разум. Он понимает их чувственно, через свое желание устроиться в жизни. Он стремится к более спокойной, уравновешенной жизни, в которой он находился бы в мире с самим собой. Человек желает знать, для чего он живет. Фактически мы не знаем, что с нами случится через мгновение. Наши 5 органов чувств не дают нам такой информации. Они даже не могут нам сказать, правильным ли путем мы идем в своей жизни или неправильным. А если мы начинаем какое-то дело, будет ли оно для нас успешным или нет? То есть существует еще огромная часть мира, часть информации, которая от нас скрыта, и поэтому мы ни в чем не добиваемся успеха. Насколько важна связь человека с природой и как к этому относится наука Каббала? Насколько хорошо мы понимаем природу и правильно исполняем ее законы, настолько хорошо мы себя чувствуем. В результате мы можем преуспеть. Если же мы идем против законов природы, мы всегда получаем удары. А законы природы, действующие на нашем человеческом уровне, нам вообще неизвестны. И поэтому мы все время ошибаемся. Можно ли узнать, кто такой каббалист? Каббалист – это тот, кто чувствует силы, стоящие за материей, и видит и знает, как эти силы движут материю. Ему известно все, что происходит здесь, в нашем мире, с нами и со всей неживой, растительной и животной природой.
и куда вообще движется этот мир, к какой цели? Человечество существует уже так много лет, почему же шестое чувство так и осталось скрытым? Так будет продолжаться, пока человечество не отчается от результатов собственного развития. Является ли человеческое эго главной причиной настоящего кризиса? Да, конечно. Почему так важно поделиться этим знанием со всеми людьми? Потому что если сегодня мы не будем знать, как мы устроены и в каком мире живем, мы приведем себя к самоуничтожению. Итак, время бежит, а мы почти этого не замечаем. И вот мы уже торопимся на вечер в культурном центре «Мексика-Исраэль». Здесь уже собралось более 250 человек. Вечер посвящен выходу в свет новой книги. Наука Каббала говорит о том, что придет время, когда человечество использует весь раскрывшийся в нем эгоизм и увидит, что все это развитие не принесло ему счастья. И тогда люди захотят узнать, что же делать. Мы находимся в незнакомой нам стране, с совершенно другой ментальностью, но буквально чувствуем, как слова проникают в человеческие сердца. Поэтому в наше время эта наука становится настолько востребованной и нужной нам. Ведь если мы начнем изучать и ощущать ту часть мира, которая пока от нас скрыта, то увидим мир прозрачным и сквозь материю разглядим силы, движущие этой материей. И тогда мы поймем, в каком мире находимся, и устроим свою жизнь по-доброму. Лекция продолжается уже более 2 часов. Зрители задают вопрос за вопросом и благодарны от всего сердца. Разрешите вручить вам этот подарок за вашу замечательную книгу. Но день пока не закончен. Нам еще предстоит выступление в программе «Ночное радио». Выходит, что свобода выбора не действует так, как должна была действовать. Она вообще не действует. Если нет духовного пути? Нет, ни одного из нас в нашем мире нет никакой свободы выбора. Никто из нас не свободен. Разве мы не свободны? Нет. Разве вы выбирали, где и когда родиться, в какой семье, с какими свойствами? Пусть я не выбирал, где родиться, но я сам решил утром встать, выбрал, что одеть, что поесть. Подождите. Но вы не выбирали ни своих родителей, ни воспитания, которое вам дали, ни свойств, с которыми родиться. А сейчас, когда вы стали взрослым, вы следствие всего, что вам дали без всякого вашего выбора. И сегодня вы уже действуете согласно тому, что когда-то получили. Так где же здесь ваша свобода выбора? Даже биологические исследования подтверждают, что за любое наше качество отвечает определенный ген, который определяет, будешь ли ты вором или пьяницей, хорошим человеком или плохим. Все определяется генами. Так где же мы сами? Где наша свобода? Если бы мы могли проверить человека и узнать все его данные, мы бы увидели, что он ни в чем не свободен. Свобода возникает только при условии, что мы поднимаемся на уровень информации в высший мир. И тогда мы связываемся с силами, которые нами управляют. Эта книга объясняет, как мы управляемся сверху из той самой информационной области. И как мы, в свою очередь, можем влиять на свое управление. Так, чтобы оно более благоприятно на нас действовало. Поэтому знание об этой области информации и управления нашим миром поможет нам лучше построить свою жизнь.
Вот почему в наше такое недоброе время, несущее нам кризисы и разочарования, наркотики, террор и ядерную угрозу, именно сейчас в мире возникает огромная потребность в науке Каббала, которая поможет нам узнать, как правильно устроить человеческое общество и как достичь счастья. Это значит, что мы сейчас переживаем начало конца света. Мы только начинаем жить. Это не конец. Это начало начал. И если мы только произведем эту инверсию, вместо берущих станем отдающими, то все свойства человека приведут его к правильным, хорошим действиям. И этим он вдохнет жизнь во все человечество. И мы поднимемся на очень высокий уровень существования. Так что это не конец, это самое начало. Я желаю всего самого доброго всему мексиканскому народу. Он сейчас в первый раз раскрылся для меня как очень теплый и сердечный народ. Я желаю этой стране успеха и процветания. Мы сейчас живем в таком поколении, которое уже должно привести нас к подножию духовной пирамиды, наверху которой мы увидим Творца. А вся эта пирамида – это пирамида нашего эгоизма. Когда мы поднимемся над своим эгоизмом, мы действительно достигнем небесной пирамиды, вершины Творца. Ты стоишь у входа в сокровищницу. Ты получил приглашение войти в вечность и совершенство. Михаил Лайтнер.